Ну что же, всем привет, с вами GK. Мы должны играть в Ведьмака 3, наконец нашел этот чертов Лудвиг, который никак не мог найти. Вот. И мы сейчас поможем Хьялмару разобраться с великаном. Я надеюсь. Ходи, блин, что за фигня? Так, что с тобой? О, наконец-то! Съебитесь от меня. Так, тут из этих, мне кажется, виверн как раз таки нет жителей. Погоди, плотва. Клан Анкрайт. Так, то есть я иду по следу Хьялмара, как бы, да? Здесь тащили носилки. Их скинули, что ли, вниз? Здесь тащили носилки. Там пам-парам. Что происходит в бою у Ведьмака? Чё, всё? Время
меня возвращаться домой. Дом укрытый дерном и корой. Тут меня там сын и дочки две. И сына прекрасней, чем во сне. Я теряю силы, щит разбит. Руки коченеют, грудь болит. Так что мне пора в мой дом родной. Дом покрытый дерном и корой. Я знаю эту песню. Что ты здесь делаешь? Гляди, дружина. Еще один. А сколько раз я им говорил? Чего-чего, Вильфред? Да, ничему не учится. Этот хоть песню перед смертью послушал. Я ищу Хьялмара Анкрайта. Похоже, он пришел сюда с дружиной, чтобы одолеть великана. А, да, видел я их. И Вильмар тоже. Точно? У Вильмара соколиный глаз. Они стояли на том же самом месте, что и ты сейчас. И все выглядели довольно скверно. Рыжий Лейв, Фолан, Виги. Между нами говоря, у парня с головой не все в порядке. Какого? Ну и молодой Анкрайт. Тот тоже был. Они говорили, куда пойдут? Не помнишь, Вильмар? А, да. Они собирались разбить лагерь в старой сторожевой... Я постараюсь вернуться к тебе, когда найду Хьялмара. Ты так уверен, что его найдешь? Может, ты еще и великана в одиночку завалишь? Все люди одинаковые, а, Вильхельм? Им кажется, что они бессмертны. Мне пора. Будь здоров. Слушай, если ты действительно сумеешь вернуться... Принеси мне из деревни немного крепкой дратвы. И гвозди. Гвозди у нас тоже кончаются. Запомнишь? Гвоздей и дратвы. Я запомню. Гляди, дружина! Мне пар... Будь здоров. Следы великана. Лагерь Хьялмара. На них напали. Он сражался босиком. Сирены застали их врасплох. Столько ран. Должно быть, он долго продержался. Их застигло врасплох, но ощутили лодку к северу. Нужно осмотреть следы вокруг лагеря. Здесь были двое. Порознь. Эти следы более давние. Кто-то ушел из лагеря до нападения. Он попал прямо на Накер, но завалил его. Да, суровая у островитян жизнь. Он попал прямо на Накер, но завалил его.
Да, суровая вас. Он определенно шел туда. Не вернулся, чтобы собрать стрелы. Выстрелил в убегающего. Интересно, почему лучник так хотел его убить? Он шел в ту сторону. Здесь он получил первую стрелу, но побежал дальше. Он шел дальше. Уже шатался. Он шел дальше. Еще след. Уже шатался. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. В какой-нибудь пещере спрятался. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. Тут он получил вторую стрелу. Она-то его и добила. А куда делся лучник? Это должно быть один из людей Хьялмара. Родился лучше. Затащили его в пещеру. Может, он еще жив. Так, давайте на всякий случай хранимся. Так, у нас осталось еще 20 минут примерно. Лучник тоже был ранен. Давайте-ка мы, наверное, сейчас загрузим. Сейчас где это? Так, загрузка. Вот это сохранение загрузим на всякий случай. Просто я не хочу идти это через выход. Ну, я не хочу как-то подняться обратно, там непонятно. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Лучник тоже был ранен. Thank you.
Так, давайте, да. Пойдем снова туда, где были. Или нет? Там что-то варится. Я не чувствую. Готовите? Готовим. Эй, ты! Помоги мне! Вода нагревается! Тихо там! Мне нужен этот человек. Нет! Человек у Мордифа выиграли. В загадки. Значит, загадки любите? Ну давайте сыграем на человека. Если я выиграю, заберу его с собой, а если проиграю, сам прыгну в котел. Это хорошо. Загадки? Сейчас? Не булькай. Первая загадка. Много ест и много пьет. Ходит он большой и бьет. Тролль, ясное дело. Хорошо, тролль. Пусть говорит свою загадку. Пусть легким бываю я, словно перо, быть долго и троллю со мной нелегко. Дурачки. Загадка. Человек обманул. Я выиграл честно. Глупые загадки. Перо. Троллю нелегко. Не пись-пись. Чего? Иди, сможешь. Попробую. Пойдем отсюда. Капец, он только это чуть не сварился и уже холодно. Все в порядке? Жесть. Я теперь в жизни в баню не пойду. А в остальном порядок. Ты спас Пиздец. Меня. Как тебя отблагодарить? Я ищу Хьялмара. Хьялмара? Мне тоже интересно, куда подевались и он, и вся дружина. Должно быть, что-то случилось. Иначе они той же ночью пошли бы меня искать. А зачем тебе Хьялмар? Да. Ты знаешь, где Хьялмар собирался искать великана? Говорят, у него логово в пещерах над деревней. Хьялмар решил, что туда лучше всего попасть по озеру. Виги помешанный говорил, мол, есть дорога получше, через шахту. Но никто не хотел соваться в лапы чудищам. Почему ты оказался один? Во время ночной стражи я увидел, как Эгнар Сфарер стащил у Хьялмара Рокхарнвала, которым мы сирен отпугиваем, и выбирается из лагеря. Вот я и пошел за ним. Не знаю, что взбрело в его рыжую башку. Тысячу раз говорил Хьялмару не брать его с собой. Ну и что, удалось тебе его догнать? Да, в тех пещерах. Паршивец поднял такой визг, что накликал троллей. Я думал, что меня сразу сожрут, но меня сначала посадили в маринад. Сегодня решили, что уже пора. Тут бы мне конец и пришел, если бы не ты. Я уже узнал все, что хотел. Прощай. Подожди. Я пойду с тобой. На счастье, тролли не пустили мой лук на растопку.
Хорошо. Идем. Фола. Стоп. В смысле, вот же след лодки, нет? Смотреть-то лодку или нет? Хо-хо. А тут есть что-нибудь? Человек Ялмара истек кровью, пытаясь сбежать. Интересно, что с остальными? Следы битвы. Они бежали в сторону пещер. Он определенно шел туда. Че это тут пятно? Один из них споткнулся, но успел встать, прежде чем на него напал великан. Он шел в ту сторону. Тут довольно глубоко. Не разобьюсь. Куда мне дальше идти? Ну или точнее плыть, или идти все-таки. Thank you.
вопрос, куда идти. Дальше. Ладно, давайте заканчивать, так что сейчас осмотрим вот это вот тело. Нашли мы выходы, так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, до скорых встреч, всем пока!